Короче, мы с Давидом приехали на площадку, на которой есть вода. Я специально выбрала, потому что у нас очень жарко, очень. А тут минус площадки в том, что здесь чисто только вода и все. А нормальная площадка, она подальше, но если что, можно и пешочком пройти, ничего страшного. Вот. И здесь, короче, есть такая арка, где вода. И Давид там прокатился, тут прям с разных сторон так. И Давидке клёво. Вот, и тут такой ручеёк ещё есть. Прям можно просто... И вода, кстати, не холодная. Ой, у нас очень жарко. Давай. Джоник там, конечно, он одетый в достаточно теплую одежду. Но ему кайф. Если он проснется, его раздену, так пускай. Там люди, вон, тенечки сидели, но они уже уходят. Поэтому, ну, до этого мне пришлось сделать себе лежанку, но я думаю, что они сейчас уйдут, я, может, пересяду в беседку, если ее не займут другие. Че, мы сидим на площадке, у нас время 6 вечера, и у нас такая туча настигает. То ли это просто потемнение, то ли это будет снова гроза, потому что... У нас каждый день сверкает, либо зорница постоянно сверкает, либо просто гроза, гром. И поэтому я, честно говоря, когда чуть повзрослее двоих детей родила, я, если честно, немножко стала бояться грозы, потому что еще ролики мне попадаются. Ну, в Instagram, в Reels попадаются, короче, там вон белка. Вон белка бегает. В общем... Мне в рилсы попадает, что молния ударяет машину, там молния ударяет еще куда-нибудь. И я, короче, немножко побаиваюсь. Ну, когда я не дома, я особенно боюсь, потому что она может ударить. Вот. Так что это... Я тут на телефон снимаю, девочки крутятся специально, походу. И Давид катается. Вот, и, короче, прикол в чем, что мой iPhone, он никогда не показывает по факту, ой, никогда не показывает погоду заранее, он показывает погоду по факту. То есть, вот, допустим, сейчас уже я вижу тучу, я смотрю на прогноз погоды в iPhone, он мне такой говорит, все, отлично, солнечно, облачно, вообще здорово. Вот когда начнется гроза, он мне будет показывать, что будет гроза. И так уже постоянно, постоянно, когда я смотрю, такая ерунда. Поэтому мы сейчас, наверное, манатки соберем и поедем домой. Не знаю. Да. Чего тебе? Напи. Сейчас пойдем. Жили спокойно, но тут приехал Артём. Короче, хотите прикол? Артём такой: Настя, постриги меня. Ну, у Насти же руки-то растут от самой... Откуда ноги должны расти? Я такая: стригу, стригу, а у меня все ровно не получается. И сломалась. А я стригу, а у меня не получается. А я стригу. Остановитесь! И, короче, я такая раз и сломала насадку. И Артём решил, ну её нафиг, и постригся на лысо. Нет, она там так накосячила, что это лучше никому не видно. Пошли. Пошли. Валим отсюда. Валим. Настя, одним меньше. Что это? Это у мамы из пупка выпало. В смысле?
А дверь кто закрывать будет? Или ты за водой еще пойдешь? Да, за водой схожу. Окей. Хай. Короче, Артем приехал на один день. Ну, сегодня утром я его забрала, и, скорее всего, я сегодня вечером его отвезу. Вот. И я говорю, Артем, сори, я все понимаю, да? Но я говорю, давай, пожалуйста, съедем в горы, пока лето, пока красота. Потому что двумя детьми мне туда сидеть там, ехать одной, скучать, мне как-то, ну, не очень интересно. Вот. А с Артемом прикольно, хоть с кем-то пообщаюсь. Плюс он где-то, ну, все равно получше маленечко. Хотя можно было бы и в бассейн сходить, потому что очень жарко. Но в бассейн я и так постоянно хожу, поэтому я как бы очень хочу в город съездить. Зимой я туда не очень люблю ездить, потому что холодно. А я на холоде не люблю сидеть долго. Вот. Поэтому так вот. Конечно, у нас очень жарко. 90, наверное, градусов. 95, может, по Фаренгейту. По Цельсию около 30. Вот. Поэтому не знаю, может, я зря, конечно, это затеяла, эту поездку в горы в такую жару. Ну, просто с Артёмом так редко бывает. Это уже 20 августа. У нас, конечно, в сентябре еще тепло, но тем не менее. Может быть и холодно. Мы в прошлый раз в сентябре, по-моему, или в октябре уже ездили. В горах уже было очень холодно, хотя в нашем штате в самом было 30 градусов. Хотя вот мы час ехали всего в Джорджтаун. Там золотая осень, ну там очень было холодно. А мы приехали в Денвер, 30 градусов жары. Поэтому, конечно, лучше ловить время, ловить момент. Там тем более деревья, скорее всего, будут, и будет нормально. Вот. Это я так себя уговариваю. В общем, не знаю, посмотрим, как будет. Там ручеёк такой. Мы уже там были, вот. Мне очень там нравится, хороший парк. Я надеюсь, что все ок будет. Кинг-Конг. Есть еще вот такая.
Нашли мы, короче, себе место, такой столик тут в тенечке. И вода рядом. Давай я тебе наберу воды, Давид. Взяли Давид ребенка. Он говорит, я хочу спать, давай играть, давай. Ой, какая холодная. Мой муж добытчик в поиске золота. Дождик разошелся не на шутку, я стою здесь под деревом. Вот. И Артем Давидом вон там, под крышей. Они что-то пошли туда посмотреть, и как раз начался дождик сильный. И я теперь, ну, не могу до них добежать, потому что слишком сильный дождь, я пока бегу, вся промокну. Вот. Так что стою здесь, жду. Какие там горы красивенькие. Такой тут домик, это визитор-центр, можно посмотреть, но он уже закрылся. Вот, там мы разложились, расположились. Так вот. Тебе нельзя. Смотри, папа, что будет делать.
цвет? Зелёный камень! Давай не на надо, не на нас. Это мой зелёный камень! Смотри, Дэвид. Дэвид с камня съехал. Все, давай назад. Поддержки. Мама, мама. Давай, Давид. Мама, 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 мама. Мы все ждем, когда ты нырнешь. Падай, падай. Давид, включи. Падай, падай, падай. Сейчас контент будет. Кричи, падай, падай. Сейчас только кепка по реке поплывет, короче. А что ты полный привод-то включила? Ну-ка, отключи передок. Давай, так нечестно. Давай. Давай на рыбку. Падай, сейчас контент будет. У меня подписчики твои этого ждут. Падай. И я говорю. У нас, короче, здесь немножко погодка подизменилась. Солнце ушло, стал дождик. Но сейчас уже нет дождя и солнца нет. Благодаря этому нету пекла. Вот. Я здесь сижу и смотрю, как они гоняют. Опять дождик, Артём. Все, он набегался. Ого. Ребята,